мачты, козлики у нас с березы сделанные. Руками наших мужчин старались. С этой стороны у нас лилии растут. И тоже плетень. Да? Плетень, да. Вот плетень это уже у нас не государственная, а сделанная детьми и мужем. То есть вот тематика деревенская, хотели кантри стиль. Ну, не совсем получился. Ну, что-то такое есть у нас. У нас раньше другая была, другой был плетень, но вот сейчас этот. Тем более, всегда герань, она как-то присуща вот деревенскому образу жизни на окнах. Но мы вот в этом году решили герань посадить прямо в грунт. Здесь у нас приземлился на такой чисто символической платформе голубой лебедь прилетел. Ну, чтобы как-то так его украсить, мы решили вот с подружкой моего сына посадить сюда цветы. Такой вот у нас смешанный букет цветов получается. Ну вот лебедь уже второй год живет, не улетел, перезимовал хорошо.